Совсем скоро на телеканале «Россия-1» состоится премьера сериала «Дом на краю радуги» по сюжету. Кажется, Кате в жизни очень повезло. Она вышла замуж за успешного бизнесмена Вадима, родила сына Никиту, живет в богатом доме в столице и занимается любимым делом, работает в музее. Ее старшая сестра Надя уверена, что у Кати есть все, о чем можно мечтать и даже больше. Но на самом деле Катя несчастлива в браке. Вадим пьет и в такие моменты становится агрессивным. Катя терпела до тех пор, пока он не поднял на нее руку. Не раздумывая, героиня забирает сына и сбегает в родной город к сестре. Поняв, что Надя им не рада, они устраиваются в заброшенной усадьбе купца Незванцева. Катя приводит дом в порядок и случайно находит забытый старинный рецепт пастилы. Это открытие переворачивает всю ее жизнь. Главные роли в картине исполнили Екатерина Астахова, Иван Батарев, Сергей Галахов, Евгения Капралова и другие. Премьера сериала «Дом на краю радуги» состоится уже 23 сентября. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.